Вот пятна крови. Так, в гаражном боксе обнаружены две туши предварительно лося. Здесь что делается? Шел, зашел в гости. Гости зашел, кому? Друзьям. Кому именно? К братишке. Здесь что делаете? Купили мясо, привезли. У кого купил? Ну, УАЗик какие-то подъехали. Куда подъехали? Машинный завод. Почем купил? 25 тысяч. Наличные отдавал, да, по карте? Наличные. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нижнекамскому району в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили местных жителей, подозреваемых в совершении незаконной охоты. Оперативники подразделения экономической безопасности обнаружили автомобиль, в багажном отсеке которого в мешках находилось мясо двух лосей. Во время осмотра данного автомобиля, а также двух гаражных помещений, были обнаружены и изъяты две туши лося, 5 топоров, 7 ножей. В результате обыска по месту жительства сотрудники полиции изъяли охотничьи ружья, патроны, охотничьи билеты и лицензии на оружие. Кроме того, в лесопосадке неподалеку от одного из промышленных предприятий города полицейские обнаружили останки двух самок лосей и их шкуры. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Максимальные наказания, предусмотренные санкциями данной статьи, лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к противоправной деятельности.